Всем привет, дорогие друзья! У меня есть друг Демре. Он продает удобрения и рассаду в Россию. Это томатес тоу. Он топрак койорсун, он бьет, и томатес дар. Это патлыжан, батлыжан. Burada domates fideleri var. Domates fideleri. Bunlar şimdi çiftçilerin gelip almasını bekliyorlar. Toprağa verilecek. Bunu toprağa verdikten sonra normal ilaç ve gübresinin standart verirsen, sulamasını doğru yaparsan 70-80 gün aralığında meyve vermeye başlar. İşte 3 ay içinde de toplamaya başlıyorsun. Yine burada şey var. Biber var. Bu da 50 gün ve 60 gün aralığında meyve verir. Yani 2 ay civarında meyve veriyor sana. Orada patlıcan var sanırım. Yes. Burada da patlıcan, o domates. Burada patlıcan var. Bu da yine 2 ayda meyve veriyor. Gelsin gelsin. Bu bir tane file 50 sent. Yani yarım dolar. Kaç lira? 3,5 lira. 3,5 lira civarı. 60 sent falan yapıyor. Bir kasada kaç file var bu sadece? 128 tane var. Burada 128 tane file var. Всем привет, дорогие друзья! Привет всем! Мы продолжаем наше путешествие по Демре. И сегодня мы приехали в музей ликийских цивилизаций. Здесь находится античный город. В общем, все вам покажем, расскажем, приглашаем вас вместе с нами. Вот таким вот образом выглядит этот античный город. Датируется он примерно первым веком нашей эры. И здесь есть хамамы, церкви, агора, еще один музей, синагога, адриатическая мастерская, harbor structures, портовые структуры какие-то. В общем, достаточно большой город, идем его исследовать. Очень красивая здесь территория, все очень ухоженное, но народу практически никого нет, только мы с Айханом и наши друзья. Этот музей открыли совершенно недавно. Вот это сын наших друзей, да. Гастердим, гастердим. И здесь раньше была церковь. И тоже остатки старой церкви. Интересан мы? А вот так вот выглядел античный хамам. Здесь раньше находился порт. И вот это вот структуры порта, про которые я вам говорила. Можно спуститься вниз, и вот там вот корабль. Представляете, в те века море доходило прям до сюда. Также здесь есть музей античного города Андриаке. Это античный город Андриаке. И очень, конечно, все здесь красиво сделано. Для тех, кто любит античность, просто потрясающее место. Есть план музея, различные салоны. Салон Миры, Патары, Олимпуса и так далее. Наверное, с артефактами, которые были извлечены при раскопках. И вот в таком вот новом здании, сделанном под старый, находится сам музей. В этом регионе очень много античных городов. Мы сейчас находимся в Андриаке. Поедем в Миру. Здесь есть Симена, Патара, Ксантос, Летон, Сидима, Темесос. В общем, огромное количество античных городов. Кто любит античность и историю, просто рай для вас. Вот так вот здесь выглядят залы различных городов, очень много интересных артефактов, которые были обнаружены, например, при раскопках города Ксантос. Очень, друзья, советуем вам посетить этот новый музей. Ну и здесь представлены образцы ликийских кораблей, и на выходе находится фотовыставка. Также во многих музеях уже поставлена вот такая вот современная система. Набираете шифр-решетку,
закрывается, а для того, чтобы открыть, опять набираете шифр и решетку, и чтобы не ходить по музею, ну и во многих запрещено ходить с сумками, просто оставляете вещи в камере. А сейчас, друзья, мы приехали на лечебный источник, который называется Souk Souf Demri. Здесь лечебная вода, которая лечит различные кожные заболевания, грибки и так далее. А также здесь есть лечебная грязь, которую мы увидим с вами чуть позже. Вот таким вот образом. Вода очень холодная. И вот таким вот образом можно гулять. Айхан Сукну. Вот таким вот образом можно гулять и лечить свои ноги. Здесь, кстати, очень сильно пахнет сероводородом. Вот там вы видите вдалеке, народ сидит и просто опускает ноги в воду. Но я не знаю, рискну я поплавать или нет. Температура воды здесь, наверное, градусов 12, но я рискну и посмотрим, что из этого выйдет. Evet. Açtım. Друзья, специально для вас я погружаюсь в воду 12 градусов, здесь чуть теплее, но сейчас посмотрим, что со мной будет. Ayağın kaymasın. Çok soğuk. Ben çıkıyorum. Очень холодно. А еще посередине есть вот такой вот бассейн, и ребята купаются многие именно там. Там, наверное, вода теплее. Вот она, лечебная грязь. Не Шима. Правильно? Али! 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 Можете сюда приехать, намазаться вот этой вот лечебной грязью. Я не знаю, насколько она на самом деле лечебная. Айхан Сандэнджикмисен. Здравствуй. И здесь вот такой вот бассейн, где куча-куча вот этой вот грязи. А потом можно пойти и искупаться вот этот бассейн. И далее идти опять в бассейн с сероводородом. Видишь? Где отмазил? Я почему есть? Я пойду. Капотер? Капотер? Лицо я все-таки не буду мазать, потому что не очень хочется потом отмываться от этой грязи. Теперь идем в бассейн смывать это все. А вот она, лечебная грязь, вот такая. Сейчас Айхану помажут на руки, чтобы у него там прошли всякие болячки. Иза! О, япа. Холодно, но не так холодно во второй раз, как первый. И, возможно, на дым-чай я тоже попробую когда-нибудь. Напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я поплавала на дым-чае. И специально здесь, видите, как я уже вам показывала, прорублены такие бассейнчики, где можно ходить по холодной воде. Все, друзья, мы покидаем это замечательное место в теле. Такое невероятное облегчение. И я очень рада, что именно из-за вас я зашла в эту воду, потому что если бы я не снимала, я бы никогда не зашла. И теперь я понимаю, какой этот кайф. Это кайф.
поэтому не было бы видео, не зашла бы в воду. Но сейчас едем в город, наверное, что-то покушать и дальше смотреть достопримечательности. А сейчас, друзья, мы находимся в городе Мира, ликийском городе, который датируется 5 веком до нашей эры. Находится он также в Демре, от него остался только амфитеатр и гробницы, которые мы сейчас пойдем с вами смотреть. Да, Айхан? Вот так вот выглядят скальные захоронения, гробницы. Внутрь, конечно же, мы пройти не можем, но и подняться туда тоже невозможно. Можно посмотреть только амфитеатр. Но посмотрите, с какой точностью они были сделаны. Я не читала историю этих гробниц. Если вам интересно, почитайте в интернете ликийские гробницы. И прям от подножья горы до самого верху идут эти гробницы. А также здесь расположены, видите, вот такие вот лесенки были выдолблены в скалах, по которым в эти гробницы поднимались, ну и, конечно же, продолжали их строить. А вот так вот выглядит лестница, которая ведет непосредственно в античный амфитеатр, который, представляете, вмещал в себя в свои лучшие времена до 15 тысяч человек. Вот так вот выглядел амфитеатр изнутри. Здесь располагались сиденья для зрителей, сцена, места для официальных лиц. Ну и, конечно, вот эти вот все руины – это сопутствующие постройки амфитеатра, где располагались животные, места для гладиаторов и так далее, какие-то хозяйственные помещения. Если вы не хотите ехать далеко в Миру, чтобы посмотреть амфитеатр, вы можете отправиться в Сиде. В Сиде очень хороший амфитеатр, ничем не хуже, чем этот. И посмотрите по всей длине гор, даже вот там вот расположены гробницы и захоронения. Смотрите, что Айхан обнаружил. Даже в то время для того, чтобы вставлять бутылки и стаканы, чикар, для того, чтобы вставлять бутылки и стаканы, сделали вот такое вот углубление. Античный амфитеатр на самом деле это очень интересная структура. Обязательно почитайте в интернете, если вам интересно. И представьте, как эта махина выглядела, когда здесь было 15 тысяч человек. Просто закройте глаза и представьте, это что-то невероятное. Хотя бы на секунду оказаться бы в то время было бы супер. Ну а вот так вот выглядит вход в сам амфитеатр снизу. Нереально, конечно, грандиозное сооружение. Много сюда приезжает туристов, но этот тур, как я уже говорила, вы тоже можете его купить, приехать из Алании, и одновременно он захватывает Каш, Демре, Миру, то есть вы посетите все вот эти вот античные города за один день, но можете приехать и своим ходом. И взять машину в аренду, либо приехать, как я уже говорила, с туром, но с туром, мне кажется, очень тяжело. Поэтому обязательно, когда будете в Алании, собирайтесь на пару дней в Демре, в Миру. Вам очень-очень-очень понравится. Вход в этот музей, кстати, стоит 20 лир, если поедете своим ходом. Работает с 8 до 7. А если поедете с экскурсией, то цена билета уже будет включена в стоимость поездки. Ну и под конец нашего тяжелого дня мы, конечно же, пришли покушать. И что мы всегда выбираем? Мы всегда выбираем турецкую кухню. Айхан, кушать хочешь? Мы голодные, как, не знаю, кто, слона готовы съесть. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем всего хорошего. Пока-пока.